Всем привет! Вы на канале Лилин и Басат. Угадайте, почему мы тут все собрались? Угадайте. Потому что у нас радостное событие. Да! Да, ребята? Да! Рассказывай, какое. И что у нас за радостное событие? На нашем канале 8000 подписчиков! Ура! Мы все очень рады. Очень рады, что так много ребят смотрят наш канал. Да, очень-очень рады. А сейчас мы будем переодеваться. Вот, наступили холода. Надо одеваться. Ну, давайте одевайтесь. Может, хотите чего-нибудь понаряднее одеть? Или так, поуютнее, по-домашнему? Поуютнее. Наши подписчики тоже согласны, что уютнее — это хорошо. Хорошо, хорошо, конечно. Тепленькие штанишки надо одеть. Хорошо. Вот такие. Тепленькие. Тю-тю-тюсенькие, басики малюсенькие. Да. Усики. Вот тю-тю-тюсики. Так. Все басиковые правильно. Усики. Ой, как смешно. Тю-тю-тюсенькие, басики малюсенькие. Я любую кофточку с Микки Маусом. Ой, ты его с головой накрыла. Ничего страшного. Зато мне будет тепло. Тепло будет, да. Одевайтесь, наряжайтесь. Что будем делать? Может, поиграем? Во что? Не знаю, во что-нибудь. Например, с крысами пойдем поиграем. Конечно. С Казимиром и Савелием. Пусть они к нам сами приходят. Кто это мы должны к ним идти? Да. Они у нас такие забавные, такие смешные. Да, посмотрите обязательно их канал «Крысяки-пупсяки». Ссылочка будет в описании. И они иногда, когда басики к ним приходят, они их хватают за лапки. Да. И задние, и за передние. Но это не больно, они просто хотят нас чапить, щекочут. Потому что они нас любят. Щекочут просто. Балуются. Да. Балуются просто. И тапочки такие тепленькие. Угу. Как на балкон собрались басики. А мы, может, и входим туда, почему нет? Я сегодня выпустила Казимира и Савелия поиграть, погулять. И открыла балкон. Потом подумала, ой, холодно, надо закрыть. И закрыла. Но смотрю, Савелия нет нигде. Открываю балкон, он на балконе прячется. Кошмар. Не прячется, а гуляет. Он даже не подозревает ни о чем, что я балкон закрыла. Тёмику оденем шапочку. Тёпленькую. Ну ладно, собирайтесь. На балкон пойдем. Пойдем крысяков-пупсяков выгуливать на балконе. Да. Тёпленько. У них-то шубки. У Савушки и Казимирушки шубки. А у вас тоже, кстати, шубки. Конечно. У вас тоже. Вы же тоже котики. Котики-воркотики, бархатные животики. Одевайтесь. Феденька повалился. Он, наверное, не сильно расстроился. Ну что, вы ждете своей очереди, когда одеваться? Конечно. Да. А мы не все хотим пойти, потому что уже кто-то хочет спать, кто-то хочет гулять, кто-то хочет играть. Да. Мало кто уже хочет идти. Может, кто-то хочет прилечь? Давайте я вас уложу, баюшки. Конечно. Идем, ложись. Нет, я не хочу. Я пойду. Не хочешь? А я думала... Пусти меня, пусти меня. Я думала, тебя положу. Нет, пусти, пусти. Куда тебя пусти, пусти? Я одеваться пойду. Отдохни. Нет, я не устал. Не устал? А я думала, ты поспишь немножко. Нет. А ты что такая лохматая, подружка? А я что? Ты чего такая? Расчесаться надо было. Расческу потеряла? Ну, конечно, потеряла. Ай-яй-яй, где твоя расческа? А я не знаю. Хочешь, тебе свою дам, причешу? Давай потом. Ой-ой-ой, какая ты лохудрочка. Нет! Симпатюлечка-лохудрочка. Хвостик где твой вообще делся? Хвостик, резиночка потерялась. Резиночка потерялась? Да. Ой-ой-ой. И что, у тебя резиночек нет больше? Есть, конечно, но мне лень их искать. Сейчас поищу, посмотрю. У меня есть резиночек много.
Я тебе дам, хорошо? Какого цвета хочешь резиночку? Не знаю, розовую. Розовенькую? Да. Под твой наряд вот такой. Все, Федя готов. Феденька готов. А Бася спит. Басю надо одеть в пижамку, раз он будет спать. Нет, он говорит, не хочет спать. Капризничает. Говорит, не хочу, не буду. Одень Вылезай. У него тогда пижамку. Вылезай. Ладно, так и быть. То я тебя заставила, уложила в кроватку, а ты не хочешь. Вставай. Делилуша тебя оденет. Я что-то уже передумала. Что уже? Полежал и спать захотел? Конечно. Ну, конечно. Так и советуют. Если не хочешь спать, но надо. Лег, полежи в кроватке спокойненько. Вот пижамку. И захочется спать. Мне папа так всегда в детстве говорил. Ляжь, полежи. Очень хороший. И захочешь спать. Оп. Оп. Одеваем. Одеваем. Раз, два, три, четыре. И хвостик спрятать туда надо. Хвостик, да. Какие красивые у нас Оп. Все. Малыши, просто прелесть. Все такие уже, ай, какие милые, какие красивые. Конечно. Феденька, Тёмик, Басик, Бублик. Самые красивые на свете вообще-то. Лили, Лаки. А тебя как зовут? Ну-ка расскажи. Бусик. Что вы, как будто бы не знаете. Я знаю, но я... Ой, знаю, что они спрашивают. Думаю, может, ты забыл, как тебя зовут? Как я могу забыть, как меня зовут? Я что, дурной? Нет, я самый умный. Нет, конечно, ты очень умный. Что ты у нас уже видео затянулось? Затянулось? Чего это? Да вообще не затянулось. Короче, еще раз всех поздравляем, потому что это не только наш праздник, но и с нашими подписчиками его разделяем. Потому что если бы не было вас, не было бы праздника. И, кстати... На канале у нас много разных интересных видео. Обязательно посмотрите. Особенно, если вы подписаны недавно и еще не видели. Зайдите в плейлисты, да, посмотрите. Да, там да, да. По темам разделено. Мастер-классы. Или просто полистайте. Или просто полистайте, посмотрите, что у нас есть. Наверняка вам что-нибудь понравится. Или даже, может да, быть, да, вы смотрели да. и забыли. Да. Можно пересматривать. Да. Мы сами иногда пересматриваем, я так с удовольствием да, смотрю. Да, да, мы все садимся и смотрим. У нас и бабушка, и дедушка смотрят да. наши видео. И даже ну потом что? Пересматривают. Ну что? Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь. И вы увидите еще много-много интересных видео. Пока-пока. Спасибо, что вы у нас есть. Мы вас очень-очень любим. Пока-пока.